Одним для счастья нужна лишь скамейка, а другим целый мост. В Набережных Челнах идет строительство нового моста через Меликеску. Он соединит поселок ГЭС и микрорайон Замеликесье, в котором уже живут более 15 тысяч человек. И для них этот объект необходим. Он позволит снизить транспортную нагрузку, ведь микрорайон продолжает расти. Съемочная группа программы «Челны-24» побывала на стройке. Не только погода, но и работа жаркая. Полным ходом идет сварка конструкции будущего монолитного железобетонного моста. Также проводится бетонирование ростверков, забивка свай и многое другое. Определенные сложности добавляет местность. Тут и грунтовые воды, и болотистая территория. По словам специалистов, они учли все эти нюансы при возведении объекта, поэтому конструкция будет прочной. Пойменное место очень широкое и, конечно, назаилено. Глубокие отложения вод и глинистые породы грунта. Вот эти сложности за счет мощных фундаментов, свай, длинных свай, производим в ростверке в нормальном состоянии. Но не только построят мост. Также здесь будет произведена реконструкция уже имеющегося здесь дорожного полотна. Данный мост должен соединить микрорайон Замеликесье с поселком ГЭС. Планируется, что автомобильная дорога будет четырехполосная, то есть по две полосы движения в каждую сторону. Объект сдадут только в следующем 2022 году. А уже имеющийся здесь мост, по которому осуществляется транспортное движение сейчас, в будущем станет тротуаром для пешеходов. Эльмира Гайнутдинова, Ранди Ганеев, Челны-24.